это вот мне фотографии прислали. Есть люди, которые меня любят, как человека, который умудряется заглянуть по ту сторону бытия. По ту сторону, подчеркиваю. Приходят еще три фотографии, две показываю. Вот. Видите? Вот это видите? Никто никогда не пытался сравнить форму листьев и форму вот этих ледяных скульптур, назовем их так. Вот. Я сейчас проскакиваю, я сделаю еще один фильм. Я напишу открытое письмо Путину. Сейчас же это Сталину напиши в свое время. Или расстреляют, или расстреляют тех, кто меня не понял. То есть показали себя недалекими. А здесь нет. Здесь пиши, не пиши, да Путин все равно не дойдет, так что это. Но иногда, может быть, кто-то испугается, скажет. А вдруг Путин увидит и нас поснимает. Я что сделал? Это будет открытое письмо Путину, премьер-министру, президенту Академии наук, министру науки и высшего образования. Вот. Даже министру тех, кто учит детей, потому что это они тоже должны знать. Вот. Я пока только вершки. Ледяные узоры и ледяные скульптуры. Я отвечаю, человек мне прислал, не зря же. Это как бы судьба. Ледяные узоры, ледяные скульптуры. Суть демаскировка чего? Это негативы. Знаете, что такое негатив? Смотришь, ничего не видишь. Так нет. Невидимый параллельный мир. Неинертная масса. Это силовые структуры биополя. Когда-то это будет в этих... Уже не будет как уже наука, а когда-то это будет в этих самых... В энциклопедии. Это силовые структуры биополя, повторяющие до микрона все живые существа. Их делают, видимо, водяные испарения, конденсат. Вот. Те десятки, которые у меня же есть в специальной статье, 2017 год. И есть у меня глава в книге, которая называется «Записки зачарованного Сибирского садовода». Там два этих мировых открытия, две Нобелевские премии, одна из них вот эта. Вот. Еще несколько государственных премий, ну, забывает как-то вручить, вот, все время забывает. Вот. И я написал так, когда я это опубликовал, и в книге специально, попробуйте переукради. Фундаментальное открытие вопросов жизни и мироздания состоялось. Так, вот эта книга. Вот. Но она не для каждого, только для любознательных. Вот. И они уже заканчиваются, их было не так много. Несколько десятков книг еще есть. Вот. Конечно, революцию мы не сделали. Но дело в том, что пройдет время, и китайцы или американцы их украдут. Это сама идея. Почему? Она не просто расширяет познание, не просто мир это. Мироздание, мировоззрение. Она отменяет все, что было. Образование жизни в грязных лужах, случайно слепание. Все это отменяет. Я доказывал и буду доказывать. Просто сейчас, вы скажете, надоело. Вы же это знаете. Вот. И вот дальше. На этом я закончу. Просто жалко, что украдут. Ведь поверьте, это настоящая Нобелевская премия. Ведь мы же не можем. Почему инженер, кавалер Ордена Славы, лучший изобретатель города Норильска, почему ему нельзя отдать приоритет? Почему нельзя назвать 10 академиков, а меня инженер Железов, там, 11, да, и отдать на Нобелевский комитет? Это даже сейчас можно. А еще лучше придать наукообразность. Вот, количество, уже то, что есть, вот все, что я показывал, это доказательство уже 100%. Но давайте сделаем 200%, 300%, я утрирую, конечно. Увеличим количество доказательств в 10-100 раз. Вот, каждый академик посадит своих подчиненных на это дело. А потом вот такой труд, и вот она Нобелевская премия. Вот как жизнь проявилась. А? Ну, я заметил, еще про это не рассказываю, саму суть. Вот. Надеюсь, кому-то захочется все-таки это прочитать живем. Вот так вот.